Управляющая компания ЖКХ ежемесячно проводит День открытых дверей. Для удобства жителей встречи постоянно организуются по выходным. С самого утра граждан, пришедших обсудить свою наболевшую тему, было много. Однако в этом диалоге принимают участие все службы управляющей компании. А значит, решить можно любой вопрос. Люди приходят сразу же напрямую к руководителям. Да, если на участках домов какие-то сбои, то и какие-то жалобы не доходят до нас. Здесь они могут напрямую обратиться к руководителям и решить какие-то вопросы. Главные проблемы, с которыми приходят жители – уборка подъездов, засоры и протечки. В ЖКХ такие вопросы сразу берут под контроль и решают в оперативном порядке. Но не только о проблемах говорят посетители. Так, председатель Совета дома ПЛК-25 Людмила Лернер пришла на День открытых дверей со словами благодарности. Вот объявила благодарность дворнику и уборщику, который моет полы у нас. Всегда чисто, убрано, приятно выходить, и дорожки почищены. Поэтому надо не только ругать управляющую компанию, но иногда и хвалить, если они этого заслуживают. Диалог между гражданами и представителями ЖКХ делает формат Дня открытых дверей полезным для обеих сторон. Для службы это возможность узнать о своих недочетах и улучшить работу. Польза для жителей заключается в скором разрешении их проблем. После обсуждения своих насущных вопросов жители смогли вместе с детьми принять участие в игровой программе. Управляющая компания ЖКХ совместно с МУБДОРСЕРВИС в рамках Дня открытых дверей провела праздник «Скоро Новый год». Игровая программа подняла настроение всем ее участникам. Мы, соседи, должны жить дружно. Наша работа должна повышать настроение жителям. И я считаю, что это маленький комплимент жителям от двух организаций за их терпение, за их сотрудничество и за планы на будущее. В игровой программе дети и взрослые разыграли сказку «Колобок», исполнили новогодние песни и поучаствовали в конкурсах. Смех и новогоднее настроение помогли забыть жителям о проблемах, которые обещали решить в оперативном порядке. Арсений Рогозянский, Сергей Ларин, Видное ТВ.